Армия обороны Израиля и служба общей безопасности сообщили о задержании директора крупнейшей в секторе Газа больницы Аш-Шифа. Он был доставлен на допрос в связи с обнаруженными доказательствами использования медицинского учреждения в качестве командного пункта террористической организации «Хамас», говорится в сообщении Цахал и Шинбет. Под зданием израильские военные обнаружили систему туннелей, а в самой больнице оружие и боеприпасы. They go down, uses hospitals as a human shields, and they can stay here for a long time. Обнаруженное в больнице оружие, десятки автоматов Калашникова, тысячи ручных гранат, ударные беспилотники, израильские военные разложили во дворе. Здесь же, по словам представителей Цахал, были обнаружены личные вещи захваченных боевиками заложников. Now there is agreement coming, and maybe it will occur. We let and free our hostages. We have a moral obligation for our hostages, but when we bring them back, we go on and we defeat Hamas. Соглашение о четырехдневном прекращении огня для обмена израильских заложников на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, отложено на сутки, сообщили представители Катара, который является одним из посредников в конфликте.